Александр, с победой и с дебютом в составе Томи на стадионе «Труд». Небольшой комментарий об игре. Спасибо, во-первых. Ну что, я думаю, что и как и для зрителей, так и лично для команды. И сейчас для меня, я думаю, что дебют оказался удачным. Ну, я очень рад, то, что так сложилось, что я смог забить гол здесь, на этом стадионе. А газон не мешал? Все-таки весна, немного такое вязкое поле. Да, вязкое поле, конечно же. Но все равно приятно, что это трава, это не синтетика. Для меня мне лучше играть на натуральном поле. Поэтому, в принципе, ну, привыкать нужно, но все равно. Все команды, обе команды были в равных условиях, поэтому, в принципе, нормально. Александр, ну мы вот правда до сих пор вспоминаем, как вы забили нам в 2005 году за «Спартак» в конце игры. А вы вспоминали тот гол, когда вы ходили вот впервые играть на «Труд» в составе, собственно, уже хозяев? Или да. Давно уже позади? Давно уже позади, да. И как, конечно, я помню этот гол там. Ну где-то иногда бывает проскакивает где-то там в соцсетях. То есть этот гол я видел, помню. И сам помню, что это было не тяжело попасть в пустые ворота. Вот так вот. Было ли приятно, что так встретили томские болельщики, уже ко второму матчу превратился в одного из любимчиков? Очень приятно, конечно. Ну, это же все зависит от результата, поэтому надо продолжать в таком же духе. И, ну, конечно, приятно было, что все равно мороз и как бы такие погодные условия. И видно было, что, наверное, соскучились болельщики по футболу, и поддержка чувствовалась, и такой какой-то, знаете, положительные какие-то эмоции были от болельщиков. И я это чувствовал. Следующий матч у нас с одним из конкурентов с Тюменью. Как вообще будете настраиваться? То есть насколько это сложно ли играть с соседями вот для вас? Да нет, ну как, если да, такое соседское дерби получается, то, ну, конечно, это надо будет опять же настраиваться. Но у нас каждая игра как финал какой-то маленький, поэтому я думаю, что нужно будет продолжать в том же духе. Так. Как вообще уже есть ощущение, что команда, которая заметно обновилась этой весной, уже сложилась и готова к победам, знаете, подвигам? Пока что это еще идет становление, я так понимаю, как и лично для меня, потому что я нахожусь там практически сколько, ну, 2 недели, да, там в команде, да, и для ребят, наверное, ну, опять же, все-таки, хоть и не сильный длинный срок нашего чемпионата остался, но все равно нужно как-то еще более как-то наигрывать связи, понимание между собой. Ну, это все процесс, поэтому... То, что вы пока играете не 90 минут, это больше тренерское решение, или вы все-таки еще форму, не в той форме, я чтобы... Думаю, это совместное решение, правильное, потому что, ну, все-таки, как говорится, давно я не играл, и все нужно постепенно. Чтобы набирать форму, нужно постепенно, чтобы не было никаких рецидивов там, или каких-то ненужных вещей, которые там с травмами связаны или еще что-то. Спасибо. Спасибо. Победа еще раз.